Здравствуйте, меня зовут Михаил. Сегодня я расскажу вам о котлах Гепард от ProTherm. Данный котел является ярким представителем отопительных устройств среднего ценового сегмента. Он имеет отличное соотношение по критерию цена-качество. И за время нахождения на российском рынке было продано более 150 тысяч подобных котлов, которые до сих пор верой и правдой служат своим владельцам. Что представляют у себя данные котлы? Это отопительные устройства мощностью 12-23 кВт. Они поставляются как с открытой для подключения к общему дымоходу, так и с закрытой камерой сгорания для использования с коаксиальным компактным дымоходом. Они имеют пластинчатый теплообменник для приготовления горячей воды в проточном режиме. Их мощности хватает для того, чтобы отопить дом площадью до 250 квадратных метров. В то же время эти котлы очень надежные и безопасные. В них установлены такие системы, как контроль наличия тяги в дымоходе, защита от перегрева, контроль наличия пламени и другие необходимые системы. Коммуникационные шины и баз позволяют подключить программируемый комнатный термостат, а также датчик уличной температуры, что, соответственно, делает работу котла максимально экономичной и гибкой. В завершении хотелось бы сказать, что даже самое хорошее качественное оборудование нуждается в правильном проектировании и монтаже. В этом вам всегда готовы помочь наши партнеры инженерной компании полного цикла, перечень которых вы найдете ниже по ссылке. Здоровья вам, тепла и уюта с оборудованием ProTherm.